Хлеб гурман готовят из цельнозерновой или ржаной муки. В состав обязательно должны входить пряные травы. Тимьян, розмарин, орегано. Готовый хлебушек отлично подходит для подачи к рыбным блюдам. Для приготовления хлеба потребуется время, процесс не быстрый, а вот результат порадует. Стоит обратить внимание на замес теста, так как мука имеет разную клейковину, то жидкости может потребоваться чуть меньше или больше. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые ингредиенты. В теплой воде смешайте дрожжи и 1 чайной ложки сахара из общего количества, оставьте на 15 минут. В чаше смешайте оба вида муки, оставшийся сахар, соль, 2 чайные ложки розмарина. Влейте дрожжевую смесь, начните перемешивать ложкой. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте растительное масло и месите руками. Сначала тесто будет трудно собрать, но постепенно оно замесится. Месить его нужно не менее 7-10 минут, поэтому если есть хлебопечка, то замес можно сделать в ней, если нет, то тесто необходимо вымешивать и отбивать об стол, чтобы оно получилось однородным и гладким. Полученное тесто округлите, оно может незначительно прилипать к рукам, это допустимо. Выложите его в чашу, сделайте крестообразный разрез, чашу затяните пищевой пленкой и уберите в теплое, без сквозняков место на 1 час 30 минут. По истечении времени тесто увеличится в объеме. С половинки лимона снимите цедру и выжмите лимон, соедините. Сок и цедру добавьте в чашу с тестом, вмешайте. Чтобы лучше происходил замес, добавьте 2-3 столовые муки. Добавьте оставшийся розмарин и обкатайте в нем тесто. Переложите тесто на рабочую поверхность, растяните или раскатайте в пласт, сложите тесто книжкой. Прямоугольную форму смажьте растительным маслом, переложите в нее тесто, сделайте сверху 2 продольных разреза, прикройте полотенцем и оставьте на 30 минут, по истечении времени поставьте форму с тестом выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут, после убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 30 минут. Готовый хлеб достаньте из духовки. Переложите на доску, охладите. Хлеб гурман подавайте к столу, особенно хорошо к рыбным блюдам и закускам. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Вода, 250 мл. Дрожжи, 1 чайная ложка. Лимон, 1/2 штуки. Розмарин, 4 чайных ложки. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1 чайная ложка. Мука пшеничная, 300 грамм. 2-3 столовые для подмеса. Мука цельнозерновая, 100 грамм. Масло растительное, 3 столовые ложки. Количество порций, 1. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем добра, заходите еще.